31 декабря в кино. Купили билеты на елки в 10:30 сеанс. Даша Дошик. Да? Я вот не знаю, кто это. Дарья Доширак. Ждем открытия Красной площади. Да, здесь привет! Папа, нас вот сзади стоит. Помашите всем. Ты оливье накрошил? Нет. А или... как это? Салат должен бери, салатом бери. И курицу ломаешь, да? Да, и жир. Да. Зайдем? Ну сейчас же закрыто. А сейчас ждем, должны запускать голубей при открытии. Красиво тут все украшено. Мне, правда, телефон снимает только на широкий угол. Поэтому цвет. Я сейчас на елочку посмотрю. Мама, хочу на обратном кирпичике. Новый год же. Да? Мы вам добро, вы нам. Всем привет. Сейчас сколько? Не знаю, я не глянула. 12, в общем, 12:15. Вышли мы из кинотеатра. Ну что, рассказывай, как тебе? Ну, такое, один раз посмотреть. Да. Детям не очень, а Фоня вообще сидел. Ну да, с детьми, конечно, немножко. Это такое, для родителей больше. Вернее, для родителей да. Родителей. Кому после 150? Это такое для пенсионеров. Ну ничего, такое доброе. Я, конечно, поплакала, но теща была прям интереснее. Все, теперь у нас прогулка в наш Магнит. И домой. О, мандаринки продают все-таки, да? Интересно, почем? Афонька. Ложи, ложи. Вот это чье? Это мое, это я. Ну, сюда ложи. Ну, открой, что ты, открой, возьми отсюда. Что, тебе нет, все равно надо открывать это. Ну, ты же в упаковке взрывать не будешь, ну. Короче, сейчас пойду взрывать. И один треугольник, я всю пачку не хочу, один треугольник возьму. Купили ананас. У меня, в общем... На телефоне у меня сломалась одна из камер, там же их много всяких. И получается, что передняя работает. Могу снимать супер макро и широкоугольный формат на видео. И на фото тоже. А в общем, когда просто единичка на фото и видео, все размыто, фокус не ловит. Поэтому пока вот так вот. Не знаю, надо будет после Нового года, наверное, узнать, как там ее починить. Вообще узнать, кто это чинит. Так что пока такое видео на широкий угол. Так что включила себе сейчас по телевизору просто «Москва слезам не верит». Хочу сделать оливье. Хочу сделать оливьешечку. И что ли, не знаю, успею сегодня или завтра, но сегодня достала продукты, чтобы были комнатные температуры, поэтому, в принципе, можно сейчас и приготовить. А здесь у меня замачивались вишня, клюква, изюм, много-много чего в коньяке. Божечки, мальчики взрывают. Я уже придумал, мне просто надо с вами... У меня есть вопрос, Евгений Сухов будет актером?
Надо на улице. Папа нам тут квест придумал. Квест. Афоня первый. Загадка. Никто не подсказывает, кто радости и радость, все веселье и радостные. Елка. Ну, наверное, ёлка. Смотри. Под. Под. Почему под? Да понял. Ну и что, что там слово написано? Собирается. Ты слушай, в чем квест состоит. Так, сейчас. Папа загадывает каждому по три загадки. В этом матч баскете. Сейчас, блин, мне кажется, это кой. Под ко. Под... Кой? Нет. Теперь кой. Третья, последняя. Тебя поздравлю с Новым годом и пожелаю ребус разгадать. Возьми бумагу, чтобы снова две буквы слова превратить опять. Надо взять карандаш и из двух букв сделать слово. Они могут повторяться. Под кой. Да. Слова. Собирай. Что у тебя получилось? Под кой. Вот. Но они могут ложь. Переставляться. Ложи. Под ложь. Под ложкой. И вошли, смотри. Подожди. Мама уже подарок там лежит. Так, не лезьте. Не лезьте, он сам. Ищи. Отодвигай. Ну, тут не ложь. Ну, а вдруг я могу ж ложку положить? Я все рядом, там, рядышком. Следующий ищи. Подарок. Что там тебе? А, это установка. Салют. Салют, я взрывать будет! А сколько стоит такой? Мне интересно. Да теперь Антошка ищет. Вот, пошли дальше. Пошли дальше. Второй. Во дворе стоит наш дом, в нем мы дружно все живем. В доме есть такой предмет, к нему идем мы на обед. Если вечер настает, и ужинать к нему придешь. Если вечер настает, ужинать к нему придешь. Холодильник. Я думаю, что стол. Ну, либо стол. Или да. Стол. Ну, давай посмотрим. Тихо. Увидел? Нет. Ну, как мы видим, а ты не видишь. Тихо. Не смысл. Кой. Вот кой. Неси сюда. Все. Это башмаки, что ли? Ну. Ищи. Что ли в этом? Жарко. Нет. Под подушкой! А под какой матрос? Да, у нас много. Какой-то шелест. Это все для рыбалки. Для рыбалки у него. У меня для рыбалки? Серьезно? Да, ну ты же как. А, воперы-поперы? Да, там куча всех. Что у нас такие хорошие? Он мал в ладони, в карман влезает, и под него угодно все пихают. Хоть предназначен не для кошелька, банкноты, карточки лежат почти всегда. А ты что думал, эти люди? Карточки лежат. Где карточки лежат? В телефоне. Он мал в ладони, в карман влезает, и под него угодно все пихают. Это телефон. Чехол. Ну ищи. Я же не... Я вообще не ожидал, что у меня для рыбалки. Так ищи. Лайков нет. А что это так легко для него? Ну и что? Под? Это что? Тью. Может, ты и так догадаешься? Слушай, разгадал. Тебе поздравлю. И напрямую вышел не спеша. Последний шаг и двери отворяю, найди отгадку третью, ведь я не знаю, какой из банок спрятал я вчера. Ты что, сейчас все банки у тебя заметил? А они прозрачные. Ну все же. Внимательно просто смотри. Привет! Подожди, Гриша сам. Да вы здесь. ЗАТК. И там новый планшет. Телефон. Ага. Это гитара? Это гитара. Новая? Да. Он Кузя! Классика? Трансакустика? Не знаю, открываю. Это классика.
Спасибо. Ты попробуй. Струны. Давай нам песню. Поменянные, сказали, все настроено. Но надо же все равно настроить. Ой, она вообще не настроена. Они должны настроить. Не, но она же все равно лежит. А я ж не знаю. Ну давай нам песню пой. Мама, теперь... Тазик оливье, да? Что тут происходит на нашей кухне? Я пеку штолины. Сейчас жду, пока духовка разогреется. Мальчишки с Гришкиной старой гитарой. Гришке новую, да, Дед Мороз? Это только Дед Мороз, у него еще деньги плюс, это вообще там трэш. Дед Мороз собирается. На работу. Устроил на себе работу. Один день через 364. Раз, два, три, четыре, пять. Дети тоже собираются. Пошлите. Что у нас с этим? С чем? Мы до 12 сюда еще вернемся? Да, конечно. Конечно, срать. Я, кстати, тут в этом году такой вот бантик навязала на двери. Сейчас Афанасий собирается, да, сынок? Едем. Бантик получится и с той, и с этой стороны. Не, не надо выключать. Ага, вот. Украсили навес мальчишки. Дед пришел. Кто вот эти? Да, сюда тут какой-то дед пришел, я ему говорю, иди выпей таблетки. Они не знают. Я знаю. Я знаю. Есть дяди как дяди, есть тети как тети, есть люди как люди, есть как... Но в жизни порой бывает по-другому. Есть дяди как тети, есть тети как дяди, есть люди как... Есть как... Короче, это... Это при чем рассказал Гриша? Давай. Папа купил елочку, самую вот, пушистую, самую душистую. Елочка так пахнет, что мама... Давай, а ну, давай подарки. Подарки? А вот смотри. Раз, два, три. Спорим сейчас под елочкой подарки. Поехали, Сержунь. Ну, приедете. Игруха она нарядная. Фигурка опять халявит. Пошли. Заваливай. Родня тут тоже нарядила красиво. Давай, уже 65? Да. На скрипке! Здравствуй, дружок! Ой, дедушка так любит скрипку! Дети только знали! А лису родилась елочка! Ну и как это, надо еще... Лису родилась... Афонька будет подпевать, да, Афонь? А я нет, я не буду. Он же театрал почти, из 5 минут, да? А он забросил. Нет, заходи. Ну дай мне подышать. Да, и подышать. Прикинь, Дед Мороз в маске такой крутой. В шоке. Так, ну что? Электрон, Одежка Мороз. Как они вредили? У меня надо выбрать регион, я не знаю. Зачем? Где дневник? Старый нормальный дневник. Не. Дед Мороз уже лет 20 как никому устно не верит. После того, как... Мы шли с Камчатки, а попали... А мы завтра на елке здесь сидим. Зоя! Ну,
За, а стишки? Стишки-то будут. Коля, Коля. Папа, а за прес? Ну да, подожди. Так, не так. Скажи, тихо! Тихо! О! Большой сын. А в каком ряду ёлки 7 сенья декабря, как среди её иголок праздничные шаги горят. А в каком ряду ёлки, а как весь Новый год, и сидят на вас и сон, всем подарки раздаём. О! Прям как с пулемёта. Так, голова вверх, вверх, рука вниз. А можно я сразу в мешок залезу? Наоборот, руку влезу. Да какая рада, только расскажи, чувствовал так-то. Еще одни. Мороз придет. Что прекрасно с бородой. На картинках. Только почему-то в носках. Дяди Сережиных, да? Как хорошо начинала и закончила. Ладно, иди сюда. Одной, Ну что? Подождите, стоп! Вы неправильно, надо современно. А ну-ка, маленькая елочка, дали мы домой. А ну представь! Пусы повесили, сели паровоз. Весело, весело, это Новый год. Весело, весело, это Новый год. А ну, сейчас Дед Мороз подойдет. Давай. А ну. Мама. Моя мама. Моя мама ужин всем. Я люблю ее на улыбку. Да, да, во, мама солнышко молю. Вот, давай сюда, Деду Морозу. Двумя ручками, давай. А что ему двумя? Бери, бери. Это он маленький. Бери что-то там, все забирай. Все забирай. Все забирай. Давай, вот, Остановились еще здесь, возле елки, возле мыши Астовской. Сержуня тут развлекает. Все, всех с Новым годом! Сейчас уже буквально через минутку будет Новый год. Всем счастья, мира, добра, здоровья. Мальчишки уже на улице. Иду с ними встречать Новый год. Всех люблю. Всем всего самого лучшего. Всех благ. Все. Они тут уже бахают, бахают. Ой. Какую мега? У меня шампанское в руках. Кидай ее. Поджигай краешек петеля. Вот сейчас мощно будет. Это с эффекта. Ужас. Ужас. Все, можно я уйду? Это слишком громко. Что такое испанка? Испанка, это красиво! Гриша! Взял мне и кинул! Но это хоть еще... Пять!
Не так орёт. Шесть! Вот, ну это хоть уже для меня. Девять, и сколько время? Я не знаю. Два, один, три, два, один. Ещё. Три, два, один. Нет. Три. Да, всё. Ура! С новым счастьем! Запустим? Вот этот у нас стреляет. Отходи. Отходим. Отходите, ё-моё. Мама, будем вот эту бухать. Разряд 12. Ой, это ужас, Антош. Она взорвёт весь дом. Что там, в станице стреляет. О! Это мой первый раз, салют! Крышу как посыпалось, да? С Новым годом поздравляю, чистой радости желаю. Сейчас будут. Это Христофор. Мам, смотри. Ага. Ой, дай мне.